Отрывок из главы 22 первой книги. «Пока мы копили деньги, вышла первая книга. Стояла зима. Из типографии первую партию книг мы забирали вручную, так как своей машины не было, а просить подвезти кого-нибудь не решались, не желая доставлять им лишние хлопоты. Уложили упаковки книг на детские санки, обвязали веревками и повезли. Ездить пришлось несколько раз, но 500 экземпляров – это не 1000. Поэтому с перевозкой справились благополучно. Далее стала проблема их реализации. Один из знакомых сказал: «Как вы будете ее продавать? Это же унизит вас в глазах знакомых». Но мы продавали не для того, чтобы разбогатеть, заработать себе на коттедж или машину, а для продвижения божественного дела. Никакая работа во имя Бога не может быть унизительной.